Мы гуляем по бордюрам. Дорогие мои детки, которые постарались и построили такой прекрасный, хороший, большой замок, давайте теперь проведем соревнование. Вы согласны? Да! Ребята, вам нужно как можно быстрее каждой команде построить дорожку к замку, используя вот эти вот элементы. На старт, внимание, марш! Девочки, не проигрывайте! А чего это вы? Давайте, давайте, кто быстрее построит дорожку. Все! Закончили! В строительстве дорожки победили пока девочки, правильно? Давайте так, мы сейчас возьмем эти ваши две дорожки и объединим в одну длинную. Ну-ка, вашу. Вот так. Давай, давай, давай. Вот. Вот. А мы сейчас выйдем из этого положения вот таким образом. Оп. Так, да? Так. И вот так. Опа. Вот так. Вот так, правильно. Это будет дорога к замку. А кто же пойдет по этой дороге? Вы поведете короля Барбудоса и его сестру Юлию на старт. Внимание! Марш! Команда только для девочки. Семён, начинай! Так, передавай быстренько ей. А вы теперь оттуда. Кто вы такие? Кто вы такие? Кто вы такие? Давайте, следующий заново занырнула, передала. А теперь король Барбудос и его сестра Юлия решили наоборот. Покинуть замок. И хотят из замка пойти на улицу. Итак, наступило утро, и король Барбудос пошел гулять. А за ним пошла сестра Юлия. Вы идете по тропинке. Когда я хлопаю в ладоши и говорю, холодно, значит, тот, кто идет первый, должен наступить на синюю. Я снова говорю, горячо, например. Значит, ты наступаешь на красную. Горячо. Быстрее. Холодно. Теперь это для тебя. Горячо.